Уважаемые зрители, вас приветствует канал Цвизет Видеос. Сегодня мы отправляемся в морской музей Клайпеды, расположенный в старинном укреплении на Куршской косе. Здесь, напротив Клайпеды, как раз находится острие этой косы. Приросла же коса к материку на территории России в Калининградской области. Моста на косу нет, поэтому сюда попадают как на остров, на лодке или на пароме. Пролив между косой и самим городом не замерзает зимой. По нему идет фарватер в порт Клайпеды. Это единственный порт Литвы. Помимо собственной страны, он еще снабжает грузами Беларусь. И меньше 10% грузооборота приходится на Россию. Напротив Клайпеды, на косе, находилась деревня Смилтене, выросшая из постоялого двора, появившегося здесь в 1837 году. Владелец трактира монопольно владел паромной переправой, по которой попали на косу и мы. Литовским городом Клайпеда стала относительно недавно, в начале 20 века. Большую часть своей истории этот город был немецким мемелем и принадлежал Тевтонскому ордену Восточной Пруссии и объединившейся в конце 19 века Германии. В конце этого самого 19 века новорожденная Германская империя, конечно, озаботилась своей обороноспособностью. В это время были построены многие фортификационные сооружения, в том числе и форт Копгалес на оконечности Куршской косы. Форт построен из кирпича, вокруг центрального редута расположились обвалованные казематы. С конца 70-х годов 20 века форт приведен в порядок, музеифицирован. И вот в орудийных двориках разместилась всевозможная экспозиция на морскую и артиллерийскую тему. Форт держал под обстрелом вход в Куршский залив. В боевых действиях ему принимать участие не довелось. А в годы нацистской оккупации немцы хранили здесь боеприпасы, которые взорвали при отступлении. После масштабных восстановительных работ в 1979 году здесь открылся музей. То, что было найдено на дне морском затонувших судов. Ну, а в таких хижинах, видимо, жили местные рыбаки. Экспозиция, размещенная в казематах форта, рассказывает об истории местного судоходства и рыболовства. Уже в наши дни появились здесь современные инсталляции и прочие чудеса прогресса. Море всегда играло важнейшую роль в жизни местных племен. Поэтому открыть в Клайпеде морской музей было неплохой идеей. Многочисленные форты Владивостока, Кронштадта и Калининграда в основном стоят в руинах, а литовцы нашли в старинной крепости неплохое применение. Корабли, утонувшие в Балтийском море. История катастроф. Может, в Атлантике? В общем, непонятно, по каким критериям они выбирали корабли, затонувшие где? В бассейне Атлантического океана? Советская подводная лодка подбила линкор Карл Густав, и он затонул. Данная экспозиция крошечного такого каземата посвящена навигации, то есть ориентированию в море. Чем-то они тут занимаются. Всякий форт огораживает ров. Ну а теперь в орлу разместились пеликаны и лебеди. Морской музей занимает наиболее пострадавший во время Второй мировой войны центральный редут форта Копгалес. Здесь расположены аквариумы и бассейны с обитателями пресных и соленых водоемов нашей планеты. В основе экспозиции фауна Балтийского моря и пресных водоемов Литвы. Здесь проходят практику студенты профильных вузов. И, конечно, музей занимается научной и просветительской работой.
Уважаемые зрители, первый раз в жизни вижу живых пингвинов. Они, оказывается, выглядят вот так. Я считала, что они крупнее. Но это, наверное, не такой вид, потому что императорский пингвин должен быть точно крупнее. Вот они тут в таком водоеме проживают. Какие-то они учуханные, наверное, то ли им холодно, то ли наоборот жарко. Но эти друзья нам знакомы. Такие проживают у нас в Финском заливе, в дикой природе. Это балтийская кольчатая нерпа. Вон они здесь так по кругу наяривают. Кормить животных, наверное, нельзя, да нам и нечем. В музее разные инсталляции. Это осетровые рыбы. Черная икра получается именно из них. Ну и все те же хозяева Антарктиды пингвины. Здесь гораздо крупнее, чем те живые, которых мы видели. Тюлени или моржи. В общем, ластоногие. Здесь сделано очень по уму. Показано еще, чем данные животные питаются. Вот здесь как раз портрет морского таракана. Мы с вами встречали кожуру от них, панцы, на острове, точнее не на острове, а на южном берегу Финского залива не так давно. Вот, соответственно, ластоногие, оказывается, лакомятся вот такими морскими тараканами. Здесь опять всякие подводные жители тропических морей. Вот эта рыба черт, по-моему. Ну а здесь мы можем увидеть осетровых, а именно белук. Так сказать, в натуральном виде. Вот их тут целый бассейн. Осетровые хищники, они питаются рыбой, соответственно. Рыбу эту нужно очень тщательно охранять, ну потому что до черной икры очень многие падки. Здесь, на этих диорамах, показаны обитатели разных морей. Черепахи, крабы, омары, ископаемые, древние морские животные, которые уже давно покинули нашу планету, то бишь вымерли. Моллюски. Вот тут представлены челюсти кашалота в натуральную величину. Кораллы всевозможных форм. Вот как выглядят кораллы в естественной среде обитания. Такие гигантские ракушки продаются на рынках курортных городов, но проживают они опять-таки в тропических морях. В таких гигантских моллюсках в наших морях, в Черном, Балтийском, мы, конечно же, не встретим. Но опять-таки тут целая выставка раковин разных моллюсков, которые обитают, ну, в общем-то, во всех морях и океанах нашей планеты. Ну, а здесь мы видим живых кораллов. Вот они так выглядят. Опять-таки кораллы, губки. Ну, это, я полагаю, морж. Ну, а это, наверное, детеныш моржа. Я так думаю. Ну а здесь мы видим птиц, обитающих на побережье морей, и морских черепах. За морей акула. Здесь она в виде чучела. В нашем городе представлены акулы в живом виде. Ну а здесь уже представлена рыбная фауна более северных и пресноводных водоемов. Окунь, скорее всего. Хотя нет, не окунь, окунь полосатый. Ну, явно пресноводная рыба. Окунь у нас вот здесь, вместе, ну, наверное, с судаком, мне кажется. Да, сом в какой-то интересной позе. В наших российских пресных водоемах эти рыбы достигают веса 200 килограмм. Латвица, караси, в общем, прелести озерной или речной рыбалки средних широт северного полушария. Ну, а это лангусты или лобстеры. Кто-то из вас, может, и пробовал это деликатесное блюдо. Электрический скат.
или морская лисица по-разному называется. Это рыба. Не знаю, как эта рыба называется здесь, но в Черном море ее называют султанкой или барабулькой. Морской черт и рыба. Нет, это не рыба-клоун. Рыба-клоун полосатая. В общем, тоже кто-то из этой же оперы. Вот это рыба, морской черт. Жильцы Красного моря, рыба-клоун и прочие ее собратья и соседи по морю. Это фауна Красного моря и подобных ему тропических морей. Рыбы коралловых рифов. Вот за ними гоняются дайверы по всему миру. Ну а теперь опустились мы на дно бассейна, который видели изнутри. Вот так выглядит он снизу. То есть тут представлен некоторый эффект присутствия. Наш старый друг – морской таракан. Здесь он что-то очень крупный. В юрском периоде морские тараканы были вот такими. Вот так выглядело побережье Курского залива в стародавние времена. Помимо старинного форта, здесь еще есть такой музейчик быта местных рыбаков. Сейчас туда и отправимся. Вот замок Клайпеды. Это же побережье в более древние времена. Еще нет ни форта, а замок уже есть, но еще деревянный. Покинув форт Капгалис, посмотрим, как и чем жили аборигены этих мест. И тогда, и сейчас жизнь нынешнего Мемельского края связана с морем. Местные жители данного региона занимались в основном рыбалкой. Здесь вот еще на Куршской косе представлена такая рыбачья деревня. Проживали жители Мемельского края вот в таких хижинах. Архитектура очень похожа на украинскую. Такие же крыши, правда, не из соломы, а из какого-то другого материала. Убедитесь в этом, если посмотрите наше видео про музей украинского быта в Пирогово под Киевом. Ну вот здесь загон для скотины, ну а это, скорее всего, судя по обваловке, погреб. Не только рыбалкой, но и садоводством занимались местные жители. Ну, растут здесь в основном хорошо яблоки. Советская власть принесла в местные края колхозы, советскую бредовую систему. Ну вот и рыболовные колхозы, скорее всего, ловили рыбу вот на таких кораблях рыболовных. Особенно веселит, как будто с юмором, название вот этого судна – «Колыма». Дело в том, что очень многие жители прибалтийских стран после аннексии Советским Союзом в 1940 году отправились именно туда, на Колыму. На этом мы заканчиваем нашу прогулку по Куршской косе. Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете еще очень много интересного.